В прямом эфире Первого Приднестровского программа «Вовремя». В студии Станислав Стоянов. Смотрите сегодня в выпуске. Общемировые процессы в экономике, мнение специалистов и комментарии экспертов. Раскрыты громкие преступления, нападавшие на фармпункты. Отделения Сбербанка арестованы и дают признательные показания. Строительство объектов идет по графику, оно евразийская интеграция, готова помочь Приднестровью и в других областях. Главная елка Приднестровья уже в центре столицы. Вскоре можно будет купить главный символ Нового года и себе домой. Строительство продолжается по плану. Помимо реализации 12 социальных объектов, евразийская интеграция готова помочь Приднестровью в других областях, к примеру, в экономике. Сегодня в представительстве российской некоммерческой организации прошла итоговая пресс-конференция. Что сделали и что планируют, расскажет наш корреспондент. Строительство школ, детских садов и медицинских учреждений в нашей республике по линии евразийской интеграции идет по плану. Политический кризис у наших соседей в Молдове и Украине пока не мешает реализации 12 социальных проектов в Приднестровье. В случае, если даже появятся какие-либо преграды, по словам Александра Аргунова, Россия найдет способы преодолеть эти сложности. Деятельность евразийской интеграции в Приднестровье – это не пиар, а долгосрочные вложения в будущее своих сограждан, заявил руководитель ОНО на итоговой пресс-конференции. Люди здесь, в Приднестровье, как мне кажется, все-таки начали верить в то, что России не безразличны ее граждане, которых здесь около 200 тысяч, и сама судьба республики, что Россия всерьез собирается оказывать помощь Приднестровью, и подтверждением тому служат те объекты, которые были включены вот в программу первого этапа. Первый этап в строительстве социальных объектов – работы по устройству котлованов – уже завершены. Все эти работы выполнили строители из Приднестровья. Теперь на очереди монолитные работы, то есть возведение зданий. В этой сфере высококлассных специалистов в нашей республике уже не так много. Поэтому список вакансий на официальном сайте российской некоммерческой организации снова будет расти. Только одна из приднестровских строительных организаций согласилась продолжить работы. Деньги, которые выделены, это деньги Приднестровья, это не наши деньги. Это деньги, которые определены российским правительством для того, чтобы они были реализованы в конкретных проектах на территории республики. И каждый рубль, который пойдет в сверхприбыль кого-то конкретного, он будет вынут из того же детского сада. Если мы заплатим дороже подрядчику, то значит меньше денег пойдет на оборудование этого детского сада. Помимо строительства школ, детских садов и медицинских учреждений, евразийская интеграция уже реализовала ряд проектов. Это закупка 8 карет скорой помощи, среди которых 3 реанимобиля, 1 неонатальный. Ремонт и компьютерная модернизация 19 аудиторий ПГУ. А совсем недавно группа приднестровских онкологов и врачей скорой помощи прошли курсы повышения квалификации в российских институтах. В перспективе евразийская интеграция готова принять участие в программе развития приднестровских сил. Сейчас рассматривается и прорабатывается вопрос вложений в сельское хозяйство. Ведь приднестровская земля, ну сам Бог велел здесь выращивать фрукты и овощи. И это то, что, в общем-то, будет, как мы считаем, беспроигрышным вложением при любой ситуации. Но прежде, по словам Александра Аргунова, нужно завершить строительство тех объектов, которые ведется сегодня. По планам, осенью следующего года все работы будут завершены. Татьяна Сярова, Станислав Стоянов и Юрий Прошичев, Первый Приднестровский. Евросоюз не останавливал переговоры с Украиной и надеется получить объяснение от украинских властей по поводу высказанных ими критических оценок по соглашению с ЕС. Об этом сегодня заявил глава МИД Литвы Линас Линкевичус. Напомним, ранее премьер-министр Николай Азаров сообщил о неминуемом крахе Украины после подписания соглашения. Премьер отметил, что если это сделать прямо сейчас, остановятся практически все украинские заводы, а сельские жители вовсе потеряют работу.
Также Азаров отметил, что Украина должна договориться с ЕС о выгодных условиях ассоциации, которые позволили бы модернизировать украинские предприятия и уравнять их конкурентную способность с европейскими. А сейчас он советует начать переговоры с Россией. В то же время в украинском МИДе утверждают, что Украина продолжает переговоры об ассоциации с Евросоюзом и направляет туда делегации, чтобы решить все необходимые вопросы. О других новостях в мире продолжит Анастасия Черентинская. Никаких силовых сценариев на Украине не будет. Власть обеспечит проведение мирных акций. Об этом президент Украины заявил во время встречи с сенаторами США Джоном Маккейном и Кристофером Мерфи. Виктор Янукович заверил, сделает все возможное, чтобы провести прозрачное расследование событий 30 ноября на Майдане Независимости. Глава государства в очередной раз подчеркнул, евроинтеграционный курс Украины остается неизменным. В то же время Киев будет заботиться о национальных интересах страны. Глава российского МИДа Сергей Лавров прибудет с кратким визитом в Брюссель для традиционного ланча с министрами иностранных дел Евросоюза. Среди тем переговоров – ситуация на Украине, иранский вопрос и урегулирование ситуации в Сирии. Как ожидается, в ходе переговоров и встреч стороны уделят особое внимание вопросам подготовки саммита «Россия-Евросоюз», намеченного на конец января, продвижению безвизового режима поездок российских граждан и энергетическому сотрудничеству. В России на рост зарплат бюджетников в последующие 3 года выделят 380 миллиардов рублей. Об этом сообщила вице-премьер страны Ольга Голодец. Повышение коснется учителей, врачей, работников культуры, соцработников. Планируется, например, что к 2016 году врачи, преподаватели вузов и научные работники будут получать в 1,5 раза больше, чем зарплата в регионе, где они трудятся, сообщила Голодец. Вице-премьер также отметила, что несмотря на замедление темпов экономического роста, удалось отстоять все социальные статьи российского бюджета. Президент Румынии Троян Бусеску наградил государственными орденами молдавских депутатов, способствовавших замене молдавского языка на румынский. Так, национальный орден «Большой крест звезды Румынии» получили либерал-реформатор Анна Гуцу и либерал Валерий Мунтяну. Стоит отметить, что эта высшая награда Румынии в 40-е присуждалась и немецким офицерам, поэтому многие эксперты осудили молдавских парламентариев, назвав их предателями. Политологи заявили, с такими людьми не то что в разведку, в Европу даже стыдно пойти. Последствия мирового финансово-экономического кризиса продолжают ощущаться. Нестабильная ситуация сказывается на условиях существования промышленности во всех странах, включая Приднестровье. О взаимосвязях и влиянии друг на друга экономик разных государств – наш следующий материал. Мировая экономика еще не скоро отойдет от последствий так называемого финансового коллапса. Напомним, он начался осенью 2007-го с ипотечного кризиса в Соединенных Штатах. Год спустя кризис отразился на основных экономических показателях в большинстве развитых стран. За этим последовала глобальная рецессия. Результатом стало повсеместное снижение объемов производства, спроса, цен на сырье, рост безработицы. Сократили производство автогиганты Opel, Daimler и Ford. Многие страны обратились за помощью к Международному валютному фонду. Это Украина, Венгрия, Исландия, Армения. В списке на получение помощи десятки стран. В мире вообще все взаимосвязано. Соответственно, если что-то в одном месте дестабилизировано и находится в критическом или кризисном состоянии, безусловно, это влияет и на все соседние, не только соседние страны. Например, в Украине всего за первые 6 месяцев 2013 года объемы производства в легкой промышленности сократились на 40-45%. Автомобилей в первом полугодии выпустили в 2 раза меньше. Остановлены химические и металлургические комбинаты. Мощности трубопрокатных предприятий задействованы на 20-25%. Вложения в экономику с начала года упали на 41% до $2,5 миллиардов. Государственный долг Украины с января вырос на 7%. Страна не может его оплатить. СМИ сообщают, что Wall Street Journal пророчит Украине финансовый крах уже в начале 2014-го. Другая наша соседка, Молдова, тоже ощутила на себе влияние кризиса. За 9 месяцев ее госдолг вырос почти на 8%. Только на его обслуживание страна потратила 666 миллионов леев. Правительству вот всех стран нашего региона, в большом смысле этого слова, пришлось столкнуться со сложными задачами как в бюджетной сфере,
так и с проблемой растущего государственного долга. Это вызвало адекватные меры, связанные с ужесточением бюджетной политики, сокращению государственных расходов, в том числе и на финансирование социальных расходов, как результат рост безработицы, бедности и усиление напряженности в обществе. Все крупные производства, которые есть у нас в республике, они все ориентированы на внешнюю экономику. И поэтому любые колебания, которые наблюдаются в мировой экономике, мы тут же их ощущаем на себе. Экономисты делят экономики мира на закрытые, открытые и гипероткрытые. Гипероткрытые – это такие, как Приднестровье, которые больше других зависят от внешних факторов. Пример молдавского металлургического – подтверждение тому. Когда такие страны, как Украина и Россия, они заградили свой рынок по сырью, у завода появились очень большие проблемы с получением сырья. Таких примеров много. Ситуация с ММЗ показательна, потому что после запуска завода всего за 3 месяца объем промышленного производства в республике вырос с 75% летом до 84% по данным на октябрь. Эксперты высказывают разные мнения о сроках завершения мирового кризиса. Одни надеются на чудо в течение нескольких месяцев, что уже утопично. Другие предполагают, что ждать хэппи-энда придется еще десятилетия. Представляя в июне 2013-го полугодовой отчет Всемирного банка по перспективам развития мировой экономики, ведущий экономист и первый заместитель председателя Каушик Базу отметил: «Мы сейчас находимся на дне, но уже готовы начать подъем. Начиная со следующего года мы увидим определенные улучшения». Тогда же Организация экономического сотрудничества и развития высказала свои ожидания усиленного глобального экономического роста и практически полного восстановления мировой экономики до докризисного уровня в 2014 году. Ждать осталось недолго, чтобы узнать, обоснован этот оптимизм или нет. Степан Бугаев, Юрий Прошичев, Первый Приднестровский. Продолжаем выпуск. В столице на улице Правды возобновило работу отделение Сбербанка Приднестровья. После довольно оперативного ремонта банк открыл свое первое отделение нового формата. Чем отличается новая сберкасса от старой, выяснял Ярослав Богат. Это отделение Сбербанка первое в своем роде. Здесь не только обновленный интерьер, расширился и спектр предоставляемых услуг. Для того, чтобы взять кредит или открыть депозитный вклад, теперь не обязательно ехать в головное отделение. Сделать это можно прямо в сберкассе. Каждый человек непосредственно несколько раз в месяц приходит в банк заплатить коммунальные услуги, обменять деньги, получить перевод и так далее. И когда мы приходим в современный банк, это приятно нам. Вместе с обновленной сберкассой работу начал и новый банкомат. Теперь он круглосуточный. Это было пожелание клиентов банка. И самое главное, под пристальным взором охраны. В ночное время суток этот фактор немаловажен. Это первое отделение нового формата. В дальнейшем мы, конечно же, планируем открытие подобных отделений, которые будут соответствовать и внешнему виду, облику Сбербанка, и также соответствовать всем требованиям безопасности. Безопасность – еще одно из требований к современным сберкассам. Вместо обычных кассирных окошек здесь стекло и переговорное устройство. Здравствуйте. Оценить новую сберкассу местные жители смогли сразу же после открытия. В оживленном районе подобные отделения не пустуют, рассказывают сотрудники банка. Близко, удобно, светло, тепло. Главное, чтобы культура обслуживания была. Удобно, никто не толкается, никто никуда не, как говорится, возмущений нету. А как будет дальше, посмотрим. В будущем такими современными станут и остальные старые сберкассы. В 2014-м Сбербанк Приднестровья планирует открыть еще несколько отделений нового формата. Мы ориентируемся на наших клиентов в первую очередь, на их удобство, комфорт и на качество обслуживания. Ярослав Богат, Сергей Василев, Первый Приднестровский телеканал. Раскрыты громкие преступления. Бандиты, на чем счету разбойные нападения на фармпункты и отделение Сбербанка Тирасполь, арестованы. Организатор преступной группы уже дает признательные показания. Что грозит нарушителям закона, знает Александр Кожухарь. В феврале этого года в фармацевтический пункт по переулку Западный ворвались двое неизвестных в черных масках. Угрожая пистолетом, они связали девушку-провизора и похитили из кассы 5000 рублей. В июне этого года на улице Космонавта было совершено разбойное нападение, ограбление отделения Сбербанка. И в октябре этого года было совершено также нападение на улице Карла Либкнехта, на отделение Сбербанка.
Сыщики пришли к заключению, что у всех этих преступлений один почерк. В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что банда готовит новое преступление. Но ему не суждено было свершиться. В процессе подготовки нападения их задержали сотрудники КГБ. Согласно данным Комитета госбезопасности, у бандитов было изъято и огнестрельное оружие. К примеру, это помповое ружье уже не будет использовано в преступных целях. Так как разбойные нападения были проведены с использованием данного оружия, то, соответственно, и используются статьи Уголовного кодекса как касательно разбойных нападений, так и касательно незаконного хранения огнестрельного оружия. В Следственном комитете отметили, за разбойные нападения участники преступной группы могут получить от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Александр Кожухарь, Павел Бажонко, Первый Приднестровский телеканал. Столичные власти положительно оценили работу коммунальных служб во время недавнего снегопада. На борьбу с ним спецавтохозяйство и дорожная служба задействовали 5 пескоразбрасывателей. Вместе с тем руководство города поставило задачу, чтобы коммунальные предприятия во время гололеда больше внимания уделяли дворам и троллейбусным остановкам. Новогодние ели – еще одна тема обсуждения в госадминистрации. В Тирасполе главная красавица уже установлена. Ее окружат металлическим каркасом, который послужит опорой для гирлянд. Наши граждане очень переживают за то, что такие красавицы спиливаются и им препятствуют дальнейшему ихнему росту. Поэтому мы всех стараемся оповестить о том, что мы выбираем те кандидатуры, которые так или иначе представляют собой либо угрозу, либо им не представляется возможным дальнейшее развитие и рост по определенным техническим причинам, для того, чтобы наши граждане не переживали, что мы губим, можно так сказать, такую красоту на территории города. А завтра столицу украсит еще одна праздничная ель. Ее установят на площади у театра драмы и комедии. Голубая ель в центре столицы до того, как украсить площадь Суворова, росла на территории спецавтохозяйства. Как выглядит новогодняя красавица, расскажет Алла Чумаченко. Высота этой лесной красавицы достигает около 18 метров, а вес 3,5 тонны. Кстати, эта елка гораздо выше своей предшественницы. На свое новое место ее везли очень бережно, чтобы не повредить длинные ветви, которые доставали до самой земли. Для горожан момент, когда елку только доставили на площадь и начали готовить к установке, уже стал целым событием. Вокруг собралось немало тех, кто не смог пройти мимо такого зрелища. 45-летняя ель впечатлила прохожих своими размерами. И теперь всем не терпится увидеть ее нарядной. Очень красивая, очень, очень. Нравится, да, красивая елочка, будет красиво. Нарядите, и все будет хорошо. Шикарно. Еще нарядит, вообще будет шикарно. Ради фотографии ежегодно нужно приходить к елочке. Кстати, претенденток на место главной елки столицы было несколько, но благодаря своим внешним данным победила именно эта. Данная ель, она наиболее красивая, наиболее пушистая. У нее очень, как никогда, очень большие объемы. То есть это не только высота, это и ее ширина, которая ее очень сильно красит. В прошлом году на этом же месте в канун Нового года елку пытались посадить, чтобы она всегда радовала жителей столицы. Но ожидания, к сожалению, не оправдались, дерево не прижилось. Поэтому на этот раз новую ель установили только на время новогодних праздников. Коммунальщики обещают, что примерно к 20 числам декабря главный символ Нового года предстанет перед горожанами во всей красе. А завершат образ пушистой красавицы гирлянда и, конечно, новогодние игрушки. Алла Чумаченко, Сергей Василев, Первый Приднестровский телеканал. С 20 декабря откроются елочные рынки. Государственное лесное хозяйство для нужд населения заготовило около 10 тысяч сосен и елей. Цена на них будет зависеть от высоты дерева. Елочка до метра ориентировочно будет стоить 100-120 рублей. От метра до полутора – около 150 рублей. Специалисты говорят, что цены вполне приемлемы и новогодних красавиц хватит всем. Хотел бы обратиться вот к нашим гражданам с просьбой не заниматься самовольными рубками. Могу напомнить всем, что в этот период совместно с Министерством внутренних дел проводится операция «Ель», идет патрулирование, абсолютно все насаждения взяты под усиленную охрану. И не хотелось, чтобы кто-то омрачил себе праздник, потому что штрафы за незаконные порубки очень большие.
Размер штрафа до 300 РУМЗП за одно уничтоженное или поврежденное хвойное дерево. Нарушителям также придется возместить ущерб за уничтожение или повреждение хвойных насаждений. Гражданам же, покупающим деревья на елочных базарах, должны выдаваться чеки с печатью предприятия. Кроме того, абсолютно каждое продаваемое дерево будет иметь свой ярлык, который докажет факт сделки купли-продажи, а не самовольной вырубки елки. В Приднестровье началась творческая кампания «Создай твое телевидение». Ее организатором выступил наш телеканал. Первый Приднестровский предлагает юным телезрителям нарисовать, каким они видят канал в будущем. Сегодня одна из столичных школ уже присоединилась к акции. Вы можете использовать фломастеры, карандаши, краски. Идею конкурса школьники восприняли с энтузиазмом. Тема оказалась по душе ребятам, и большинство из них сразу взялись за карандаши. Я рисую планету, в которой... я считаю, что планета – это множество телеканалов, множество разных вкусов у человека. И каждый человек должен выбрать то, что ему нравится, то, что он предпочитает. Что смотрят школьники по телевизору, почему выбирают те или иные передачи, как сами дети представляют работу телевидения. Чтобы узнать эти секреты, а также рассказать ребятам о нас, мы и придумали проект «Создай твое телевидение». Дети – это важная часть нашей жизни. У наших сотрудников многих есть дети, которые постоянно говорят и смотрят, как работают их родители. Соответственно, нам хотелось бы увидеть и то, о чем думают другие дети в нашей республике, что они думают о нашей работе, как они ее себе представляют. И, соответственно, вот мы решили предложить им показать нам, потому что это наша аудитория, наша будущая аудитория. Мы работаем в том числе и для них. Идею узнать детское мнение о работе телевидения положительно восприняли не только сами школьники, но и их педагоги. Говорят, детям это на самом деле интересно, к тому же они могут научиться и чему-то новому. Новое поколение по-особенному ощущает мир. И иногда мне кажется, когда я задаю темы ребятам на уроке, они решают через телевидение, через видение телевидения. Почему? Наверное, потому что это поколение очень привязано к нему. Телевизор сейчас дома как член семьи. Что такое телевидение и как оно работает? У детей на это свой взгляд и зачастую не совсем обычный. Антенны, спутники, космические объекты, загадочные радиоволны. Идеи, которые ребята решили воплотить в конкурсных рисунках, не только смелые и творческие, но и довольно продуманные. Здесь IP-телевидение тоже нравится. Много интересных фильмов, музыка и... Ну, первым узнаешь о событиях в городе, в мире. Я нарисовала так, потому что я думаю, что телеведущие в будущем могут вести новости на облаках. Сегодня мы первый раз были в школе и видели, что рисуют дети. На самом деле рисунки абсолютно разные. Вот. Хорошо, что дети восприняли правильно эту идею. Творческий проект «Создай твое телевидение» продлится до 10 января. Потом работать начнет жюри конкурса, который отберет лучшие рисунки. А итогом кампании станет выставка. Все участники получат памятные дипломы. А для победителя мы организуем экскурсию по телеканалу и предоставим возможность попробовать себя в роли ведущего выпуска новостей. Интересный конкурс. Ты бы хотел победить в нем? Очень. Почему? Потому что очень хочется, чтобы показали по телевизору. Рисуй, участвуй, создавай. Мы ждем детских рисунков. Их можно прислать или принести лично по адресу. Город Тирасполь, переулок Христофорова, 5. Виктория Головина, Татьяна Сярова, Егор Бекерский. Первый Приднестровский телеканал. 400 выпусков на одном дыхании. Наши коллеги из редакции развлекательных программ уже много лет выпускают в эфир самую позитивную программу Первого Приднестровского – «Утролайт». Поменялось многое – ведущие, корреспонденты, рубрики, но неизменным остается результат – отличное настроение каждое воскресное утро. Доброе утро, уважаемые телезрители! Хотя мне, конечно, гораздо привычнее говорить вам «добрый вечер». Но теперь мы с вами будем встречаться и по утрам. И вот так уже 400 раз подряд. Каждое воскресенье вы узнаете полезную информацию, слушаете современную музыку и встречаетесь с интересными гостями на Первом Приднестровском. Несменной ведущей много лет подряд была Ольга Петрова. Она же выполняла и роль главного редактора программы. Безусловно, идея утренних эфиров на телевидении не нова. Такое решение об утренней программе, почему-то только воскресной, на телевидении Приднестровья приняла Валентина Николаевна Рогованова. Тогда она была главным редактором ВПМР. Большой ей привет, кстати. Почему ее выбор пал на меня, для меня до сих пор остается загадкой, но я надеюсь, что все поставленные передо мной задачи я выполнила.
А что касается меня, то это было исключительно даже не добровольно, а только принудительно. Мне Валентина Николаевна сказала, пока не отпишешь хотя бы две программы, в отпуск не пойдешь. Ну, в отпуск хотелось, программы отпускали. Ольга Петрова считалась самым требовательным редактором телевидения. Видимо, поэтому каждая последующая программа «Утреннего кофе» выходила все интереснее и познавательнее. Однако эфирную серьезность за кадром сменяли улыбка и звонкий смех. Самые первые рубрики от сегодняшних отличаются кардинально. Новости короткой строкой и ведущий Игорь Кузьменко. Календарь и «Взрослым о детях» с Ириной Давыденко. И рубрика «Делай как я», которую вела Елена Никитина. Вот, в принципе, и все для первых программ. Позже появились знаменитые «Красотка», «Рукодельница» и «Кулинарные страсти», которые много лет подряд радовали воскресным утром телезрителей нашего канала. Коллектив программы с каждым годом увеличивался и изменялся. И те, кто когда-то работал над программой «Утренний кофе», сегодня на телевидении занимают самые разные должности. Я предложила Оле Петровой две своих рубрики, которые мне тогда были близки. Это была рубрика «Кино», «Киномания». И так случилось, что мне стали интересны комнатные растения. Конечно, за это время многое изменилось. Я уже гораздо реже езжу на съемки, все больше отправляю кого-то, редактирую тексты. Конечно, так замечательно, как Катя, не провожу время, не смотрю фильмы на работе. Но на самом деле в каждой работе есть свои плюсы. И очень здорово, что в моей жизни был такой опыт, и я работала в программе «Утренний кофе». Анна Бугаева, нынешняя ведущая программы, пришла на ТВ 5 лет назад и начала свою телевизионную карьеру с развлекательной воскресной программы. Тогда она была обычным корреспондентом. Молодая мама давала советы остальным мамам Приднестровья. И уже в 2011-м стала ведущей «Утреннего кофе». Я когда пришла работать, моему ребенку было всего 2 года. И первое, с чего я начала, это были детские рубрики. Я снимала его вот у нас дома. И, в принципе, вот мои рубрики росли вместе с моим сыном. А в 2012-м впервые за всю историю программы появился и второй ведущий – Артем Мазур. Символично то, что Артема вы увидели впервые в эфире 1 апреля. Он принес в программу еще больше юмора и креатива. Так как сегодня 1 апреля, у нас в гостях Артем Мазур, капитан команды КВН и, между прочим, человек, который решает, какие шутки войдут в выступление, а какие нет. Доброе утро. Доброе утро и вам. Уже в сентябре все того же 2012-го программа «Утренний кофе» получила более современное и яркое название – «Утролайт». И с кем это мы прощаемся? С отпуском. Ну, здравствуй, будни. Здравствуй, Аня. Не могли решить, какое все-таки выбрать, поэтому мы сделали такой опросный лист. 3 названия написали, я ходила по всему телевидению, опрашивала корреспондентов, операторов, монтажеров, работников АСБ, какое название им больше нравится. Ну вот «Утролайт» набрало больше всего голосов, поэтому мы выбрали его. И сегодня программа «Утролайт» все так же каждое воскресенье радует телезрителей. Конечно, от первой программы она отличается кардинально. Новые рубрики, новые корреспонденты, новые идеи. Сейчас «Утролайт» насчитывает множество различных рубрик. Новые больше, чем фото, «Пусть меня научат», «Модная история» и «Странности». 400-й раз зрители воскресного «Утролайт» проснулись в хорошем настроении, потому что в эфир вышла любимая программа. Мария Пантази, Анна Бугаева, Первый Приднестровский телеканал. А теперь о спорте. В молодежной хоккейной лиге состоялись матчи Западной конференции. В чемпионате Молдовы по футзалу завершились поединки 6-го тура. Подробности у нашего спортивного обозревателя Оксаны Шаховой. Накануне футзалисты клуба «Сокол ПГУ» принимали действующего чемпиона кишиневский «Лексмакс». Хозяева не смогли на равных конкурировать с соперником, и в первой половине встречи «Соколы» пропустили в свои ворота 8 мячей. Отыграть удалось лишь один, после чего команды отправились на перерыв. Во втором тайме ошибки терспольчан привели «Лексмакс» к победе с двузначной разницей. 12-2 кишиневский клуб по-прежнему в числе лидеров чемпионата. Нет претензий к вратарям, нет претензий к ребятам. Не знаю, что. У них все залетало. После любого рикошета, с линии, откуда бы они бы ни били, самых любых точек площадки, все залетало.
Между тем, кишиневская платина уверенно движется к раунду плей-офф в молодежной лиге. На ледовой арене «Снежинка» молдавская команда встретилась с подмосковным клубом «Дмитров». Стартовый период остался за хозяевами. Дубль оформил нападающий Марис Делевко. Еще одну шайбу в ворота россиян забросил Елисей Печоркин. В третьем периоде «Дмитров» взвинтил темп и сократил разницу до минимума 2-3. Однако в концовке матча кишиневская платина не позволила догнать себя. Марис Делевко отправил в ворота соперника еще одну шайбу. В результате 4-2 важная победа для молдавского клуба. Мы играли до конца, нас давили, но несмотря что нас давили, мы играли на контратаке, и это дало нам победу. Следующий матч «Платина» проведет на выезде против «Молнии» из Рязани. Оксана Шахова, Василий Рожкован, Первый Приднестровский телеканал. Это были главные новости на сегодня. Об этих событиях и не только вы можете узнать на сайте нашего телеканала. А теперь о погоде. С 17 декабря в Москве пасмурно, небольшой дождь. Ночью минус 1, днем 2 градуса, выше 0. В Киеве ясно, ночью плюс 1, днем плюс 3. В Кишиневе пасмурно, ночью около 0, днем 4 градуса тепла. В Скинвале ясно, ночью минус 5, днем минус 2. В Сухуми также ясно, ночью 3 градуса выше 0, днем плюс 8. В нашей республике, по сообщению гидрометцентра, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный 5-8 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы. Температура воздуха ночью по северу республики от минус 1 до плюс 1, днем плюс 1, плюс 3. В столице ночью от 0 до плюс 2, днем плюс 2, плюс 4. В последующие сутки ожидается погода без осадков. В утренние часы местами туман. Спонсором метеовыпуска компания «Фокстрот». Торговый центр «Фокстрот» сдает в аренду торговые площади самых разных размеров. Двухэтажный торговый центр находится в самом центре столицы и включает в себя различные удобства как для продавцов, так и для покупателей. На этом у меня все. Всего вам доброго. Увидимся на Первом Приднестровском, как всегда, вовремя.